Всем привет, друзья. Вот такой дисплей сейчас мы поменяем. Это у нас Xperia E1. Первый раз держу в руках. Не попадался раньше ни разу. Довольно редкий телефон у нас. Давайте заменим дисплей. Модель D2005. Читаю в интернете. Так, телереагирует. Тачскрин, точнее. Qualcomm Snapdragon. 2 ядра. Читаю в интернете. 1,2 ГГц частота. Неплохая моделька. D2005. Так, смотрим, что с ним делать дальше. Полагаемся на опыт. Так, снимаем нижнюю рамку. Не совсем нижняя, конечно. Среднюю рамку, скажем так. Так, на клипсах отстегиваем. Гильза выпала. Походу вот отсюда. Наверное, при ударе отскочила. Итак, смотрим, где у нас разъем. Вот у нас разъем. Спрятан. Под пластиком. Давайте протестируем новый дисплей. Включаем. Ставим батарею, включаем. Так. Включаем смартфон. Появился логотип. Стандартная заставка Xperia. Компания Orange. Ну, в общем-то, можно менять. Все читается, цвета неплохие. Дисплей рабочий. Можно приступать к замене. Отстегиваем дисплей. Давайте посмотрим, с какой стороны он меняется. Достаточно много пыли на аппарате. Так. Системная плата. Удаляем системную плату аккуратно. Она у нас вон вместе с дисплеем вылазит. Наверное, так и задумано. Да, аккуратно снимаем. Видите, рамка вместе с тачскрином. Без нагрева. Как видите, достаточно легко снимается. Отсоединяем тачскрин. Вот как-то так.
Итак, отсоединяем дисплей, сломанный. Тоже, видите, да, на клипсах очень легко удаляется. Ставим новый. Так, клипса одна, вторая. Застегиваем разъем. Так, снимаем пластик. Этим же пластиком можно удалить пыль, которая успела приземлиться на тачскрин. Вставляем аккуратно. Все село на место. Ставим обратно пластик с разъема, который снимали. Так, ну с этой гильзой, я не знаю, можно, конечно, ее припаять. Можно ее и опустить. Давайте, наверное, я все-таки припаяю. Добавляем флюс. Еще так интересно отвалилось. Кстати, очень часто отваливаются эти гильзы при ударе смартфона. На айфонах. Перьях, как видите. Проще было бы, конечно, ее посадить на термофен. Итак, припаяли гильзу. Давайте удалим флюс. Застегиваем рамку. Ну, как видите, достаточно простая замена. 10 минут. Если убрать еще отломанную гильзу, то в 6 минут можно уложиться. Всем спасибо за внимание. Друзья, закручиваем винты. Черный винтик, который у нас вкручивается именно в ту гильзу, которая отвалилась. Подписывайтесь на наш канал. Только что мы поменяли дисплей на модели Sony Xperia E1 D 2005. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.